У нас на Лада Веста кросс, СВ кросс пробил амортизатор. Вот до чего мы его довели. Страшная картина. Нам надо разобрать его сейчас. Вот, два болта откручиваем. Верхние. И дальше будем разбирать. Время покажет, как его разбирать. Это 21-я головка. Откручиваем болт. Вот амортизатор, нижняя часть амортизатора. Вот так выглядит наш амортизатор. Сняли мы его полностью. Верхнюю часть сейчас открутим. И снимем. Это в комплекте не идет. Остальное надо купить новый и установить. Вот как он у нас работает. Открывается и сразу падает. Так что работает как новый. Но новый так не работает. Купили новый амортизатор, сейчас устанавливаем. Собрали полностью. Новый вот такой красивый он у нас. Здесь закрутили, подушку установили.